Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы с помощью одного из зрителей выявили здесь проблему с некоторыми радиостанциями, в том числе это радиостанции TYT, например, 98 и 88, и Red Avis RA 685. Я сейчас тогда поподробнее объясню, в чем проблема. Похоже, что это касается вообще чипов Beken BK4815, ну, по нашему предположению. Ну, сейчас продемонстрируем и все поймете, в чем проблема. Проблема в следующем. Смотрите, я вот включаю радиостанцию, да, на 434 МГц ровно. Включаю TYT со смещением на 275 кГц вверх. Вот, да, видите? Излучаю с Red Avis. Видите, что происходит? Раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. То есть, видите, раз, два, три, раз, два, три. Станция открывается на частоте плюс 275 кГц. То есть, если взять, например, кратную шагу 275, то есть 434-550, то такой проблемы уже нет. То есть, станция не реагирует. Теперь возьмем 433-725, то есть на 275 кГц вниз. Тоже такой проблемы нет. А вот если взять 434-275... то проблема обнаруживается. Работает. Вот такая вот странная ошибка. Возьмем, например, рацию, да? R620H, по-моему, или не H. Прошивка здесь, кстати, 1.45. Здесь 1.41, насколько я помню. Тоже проблема остается. То есть такая же проблема и у этой станции. Ну, то есть чип-то здесь Beken 4815 тоже. Так, теперь давайте возьмем 98-ю станцию. 434-275. 98-я станция, 434 на Red Avis. То же самое, станция открывается. Так, теперь возьмем в другую сторону. 434, ну точнее, другую станцию, да, 434 на Red Avis. 434-275. Смотрите. То же самое. И знаете, что эти станции объединяет? Объединяет их один и тот же чип Beken BK4815, что у Red Avis, что у TYT. Давайте тогда, например, возьмем Baofeng, да? 434-275. Здесь RDA 1846 чип стоит, насколько вы знаете. Включаю на передачу. На 434 ровно. Проблемы такой у RDA чипа 1846 нет. Включаю станцию 8200 TYT. 434-275 активный канал. Давайте я. Ну, на том же TYT попередаю, да? 434-275. Проблемы нет. Станция не открывается при смещении на 275 кГц. То есть вот такая вот странная ошибка, и, ну, естественно, она очень существенна. То есть вы можете принимать соседние каналы, даже не понимая о том, что это не та несущая. Ну и, соответственно, помехи, то есть избирательности
по вот при смещении на 275 кГц нет никакой. Но мы сейчас еще на генераторе это все проверим, но насколько она чувствительна, станция вот к таку, на, при таком шаге от стройки 275 кГц в плюс. И посмотрим, эта проблема именно в приеме или она излучает тоже на соседнем канале. Сейчас это выясним. Так, смотрите, наглядный пример. У станции проблемы с приемником, либо все-таки с передачей на чипе Backend. Я вот на 434 встал, да, на частоту. Анализатор спектра у нас 2 МГц захватывает, центральная частота 434 МГц. Ну, то есть плюс-минус 433-435, да, всего. Точнее, 434-275 я центральную поставил. И 2 МГц ширина. Излучаю на ретевисе на 434. Здесь 434-275 на TUAT-98. Передаю. Раз, 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 раз. Видите, станция принимает. Излучение происходит именно на 434, то есть она не передает на побочных каналах, а именно станция принимает неверно. То есть проблема именно в приемнике. При смещении на 275 кГц она принимает и на частоте 434. Так, теперь переходим на генератор. Так, переместились к генератору. Смотрите, сначала я вам покажу, что станция на 434 принимает шумоподавитель. На том уровне, который стоит в завода, я и оставил на пятерке. Давайте смотрим тогда, на каком уровне амплитуды откроется шумоподавитель станции на 434 сначала. Смотрим. На минус 120, да, грубо говоря, он открывается. Теперь смотрите, я перестраиваюсь на частоту 434-275. И начинаем также по-прежнему на 434 излучать с генератора несущую. Так, до 120 мы дошли. Станция пока не открылась на 275. Минус 84 dBm, она открывается. Видите, что происходит? Давайте подключим ретевис RA685. Так, подключили ретевис. Частота 434-275, на генераторе 434 ровно. Увеличиваю амплитуду. Смотрим. Но здесь чувствительность не такая высокая. Все-таки. Видите, я иду, пока не открывается. Но вот на минус 43. 434-275, она открылась все равно, то есть проблема тоже существует и она реальная. Так, смотрите, у Терека RK322 2D такой проблемы не наблюдается, то есть вот частота 434-275, 434 ровно. Нажимаю на передачу, все нормально, ничего со станцией проблемного не происходит. Почему я именно ее взял? Потому что избирательность у нее тоже получилась приличная. Ну и как предположение, да, что она построена тоже на чипе Backend BK4815, но либо это чип другой, либо все-таки не на всех станциях с этим чипом проблема такая наблюдается. Так, ну что, смотрите, довольно серьезная проблема обнаружилась. Напишите в комментариях, проверьте свои станции, пожалуйста. Понятное дело, что у нас не весь ассортимент на Бекине 48-15 есть. Напишите, проверьте, да, при смещении в плюс 275
килогерц, будет ли ваша станция принимать. Причем вот эти 275 я могу там отступить, ну, не обязательно 434 и 434-275 выбирать. Любые частоты с таким вот смещением, она эти станции принимают. То есть проблема именно вот с этим разбегом в 275 кГц. Есть еще Rotel, тоже RT830, по-моему, он тоже на этом чипе построен, надо будет проверить его. Его сейчас на руках нет, к сожалению. Но заметьте, телек не работает. Я тоже думал, что он на этом чипе, но, видимо, все-таки... Нет, какая-то другая модификация. Напишите обязательно в комментариях, если у вас такая же проблема обнаружится. Давайте составим целый список. И обращение к производителям тогда. Во-первых, чипа этого, да, 4815, поразбирайтесь. Во-вторых, станции, к тому же Ritevis, например, он довольно отзывчив в техподдержке, поэтому... Если кто-то смотрит из представителей Ritevis, напишите, давайте будем разбираться, в чем дело и как это исправить. Потому что проблема довольно серьезная, то есть вы, работая на своем канале, при работе какого-то соседнего там, предприятия, неважно, абонента, со смещением 275 кГц, будете принимать его довольно чисто. Ну, то есть, фактически даже невозможно распознать, если станции будут находиться рядом, то на какой частоте он работает. Потому что вот получили мы 84 dBm, да, минус 84 dBm, это довольно существенная чувствительность, даже учитывая то, что шумодав стоял на пятерке, а не на минимальном пороге. Поэтому, да, довольно приличное расстояние будет охватываться с этой проблемой. Все тогда, у кого вопросы есть и есть еще информация по такой же проблеме у других станций, пишите в комментариях. Кому видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго, будем дальше разбираться.